А сейчас вы услышите дуэт. На сцену выходит Наталья Гузынина. Самостоятельно нагибает гитару. Сейчас я им все-таки помогу. Хорошо, хорошо, спасибо. Добрый вечер еще раз. Недавно познакомилась с замечательным автором. Раньше жил в городе Екатеринбурге. Зовут его Вячеслав Зубков. Мы исполним его песню. Она называется «Пролетают кометы».
Что поделаю я вот с такою собою? На ладони песок никому в целом свете. Дует наискосок обезумевший ветер. Кораблю паруса пузырем надувает. И не верь в чудеса, и с тобой не бывает. Еще одна песня. «Паломники», автор Евгения Мудрак. Где-то на небе снимай одежды, без вишен костра отражаешься в нем. Где-то на небе забудешь надежды и станешь моим. Спасибо большое.